Ту-ду-ту-ту. Ребят, ну как я вам? Да, хотите узнать, что за маска? Ну тогда, конечно же, оставайтесь со мной и добро пожаловать вам на канал Иринка Мисс Кик, на канал о красоте, уходе за собой и еще немножечко больше. Меня зовут Ирина, я очень рада вас здесь видеть. Сегодня я пробую новую для себя маску, и производитель заявляет, что она должна творить просто невероятные чудеса. Она должна быть противовоспалительной, противоотечной, антибактериальной и глубоко очищающей. По-моему, да. Глубоко очищающий для проблемной кожи. Ребят, так что, если вам интересно узнать, что это за маска, как я ее наносила, какие у меня первые впечатления от нее, усаживайтесь поудобнее, берите кружечку чая и поехали смотреть, что это за маска. Так, ну что, поехали. Прежде чем начать нам использовать маску, да, кстати, да, нужно хорошенько очистить кожу лица, и, как я много раз уже говорила, я помешанная на очищение кожи, чтобы она была максимально-максимально очищена, и перед этим я только делаю какие-либо маски. Для того, чтобы мне начать свое очищение кожи, мне нужно будет убрать челку. Сейчас буду убирать челку вот такой вот повязкой для сна. На самом деле я ей пользуюсь редко для сна, потому что она с меня сползает. А другой повязочки пока я на волосы не нашла, чтобы их прятать, я ей сейчас аккуратненько просто прижму свои волосики и... Да, вот таким вот ежиком буду. И мы с вами начнем этап очищения. Итак, мне нужно растворить макияж с глаз и лица. У меня сегодня на лице достаточно стойкая тональная основа. Я ей как раз маскировала свой красный нос и подбородок. А на ресницах у меня сегодня тушь от Dior. Она тоже такая достаточно стойкая. Надо снять свои браслеты, чтобы они не шелестели, не мешали. А снимать макияж я буду... гидрофильное масло, все время забываю, как называется. Гидрофильное масло от Тиана. Я его сейчас вовсю тестирую, пробую. И пока оно у меня вызывает положительное ощущение. Набираю масло в ладонь, закрываем. И, собственно говоря, сейчас для того, чтобы подействовало масло, его нужно аккуратно нанести на лицо. Помимо того, что оно растворяет макияж, данное масло, оно отлично еще растворяет сальные пробки, потому что я стала замечать, что кожа после того, когда я стала пользоваться данным маслом, она действительно стала более очищенная, могу вам сказать. Единственное, что является минусом у данного масла, это его одушка, но она не та одушка, которая может вызвать какие-то неприятные ощущения. Она просто не имеет никакой такой, знаете, явной сладостной, вкусной одушки косметической. А вообще, могу сказать то, что я уже даже подпривыкла к этому аромату. И уже как-то все проще. Так как у меня тушь достаточно стойкая, а гидрофильное масло, насколько мне известно, оно вообще не заявлено на то, чтобы оно должно убирать как-либо тушь, я просто чуть-чуть подольше подожду. И подожду, когда данное масло растворит эту тушь. Но могу сказать, как вы видите, я уже превратилась в паночку. Ребят, не забываем, что когда мы снимаем макияж гидрофильным маслом, да любой вообще макияж, мицеллярной водой, пенкой, для того, чтобы наша кожа нам сказала потом спасибо лет в 60, давайте будем аккуратно просто ее массажировать и растворять, собственно говоря, этот макияж, чтобы не было растянутой кожи, не было никаких травм. У меня уже, знаете, от того, что я с вами болтаю и моргаю глазками, у меня уже такая пелена масляная на глазах. Но сейчас это все пройдет достаточно быстро. Уже видите, как хорошо растворяется. Сейчас я вам покажу, как это все происходит. Как кожа заметно станет чище. Ох, ребят, это блаженство. Я не знаю, как вы, но я очень люблю этап очищения. Мне кажется, в этот момент кожа начинает как-то по-особенному себя чувствовать. Бровки у меня, кстати, не оформлены ничем, они просто окрашены. Я их что-то пытаюсь оттереть. Мне кажется, я глаза сейчас себе выдавлю. Что-то я прям усердно так тиру их. Ну что, смачиваем руки водой и
Поехали, видите, оно все превращается сразу в молочко, в такое, собственно говоря, что говорит о том, что оно лучше, достаточно хорошо сразу же очищает. Видели? Вот и все пошла смывать. И к вам сейчас вернусь. О, кайфушка. Вы, наверное, сейчас посмотрите и подумаете, чего ты кайфуешь. Кайфуй — это очищение. Я просто не очень люблю, когда на моем лице макияж. Я всегда за натуральность. Я бы, наверное, вообще бы не красилась, если бы у меня от природы были черные ресницы, черные брови. Так. Ну что? Белина с глаз никак не сходит. Все. Кожу мы очистили. Для того, чтобы убедиться в том, что кожа действительно хорошо очищенная, мы сейчас вместе с вами еще пройдем моей мицеллярной водичкой. У меня мицеллярная водичка вот такая вот от Avène Cleanance. Могу вам сказать то, что... Сейчас, ребят, возьму ватный диск. Могу вам сказать только одно, то, что эта мицеллярная водичка очень мне сильно нравится. Кстати, дотерла так, что у меня выпала ресничка. Ну, ничего страшного. Неприятности эту мы переживем. Сейчас просто проэкспериментирую и протеру кожу лица. Посмотрим. Хорошо ли все очистилось? Ребят, чисто. Вы понимаете? Чисто. Вот и все. Вот вам и гидрофильное масло, которое просто на ура вычищает кожу. Так, я еще вот так вот шею. Так вот шею еще сделаю себе, потому что гидрофильным маслом сюда не заходило. Но почистить надо все. Сейчас я смываю мицеллярную водичку с лица. Кстати, хочу сказать, что мицеллярную водичку нужно смывать с лица всегда. Все. Очистила. В принципе, кожа уже достаточно чистая. Но для того, чтобы любая маска, любой крем ночной, так как у нас сейчас будет вечерний уход, оно проникло намного глубже, я рекомендую, ну, как я лично делаю, рекомендовать я могу и не рекомендовать, вы делать будете так, как хотите, я вам показываю, как делаю я. У меня будет еще третий этап сейчас очищения, и я это буду делать. Secret Beauty у меня на канале есть подробное видео, как я им пользовалась, и свои ощущения вам сразу же говорю. И так как я сейчас очищала лицо гидрофильным маслом, я очищала лицо мицеллярной водой, то есть, в принципе, кожа чистая. Я сейчас еще просто быстро пройдусь, раскрою поры, почищу все, что, возможно, у меня еще там не дочищено. Просто, собственно говоря, вот этот гель, минеральный гель от Secret Beauty, он просто хорошо раскрывает поры. И мне это очень нужно на самом деле. Я сейчас это все подчищу и буду делать масочку, которую я хочу сегодня вам показать. Видео, наверное, будет очень долгим, но мне нужно, чтобы оно было, помимо того, что долгим, главное, чтобы оно было для вас информативным, правильно? По-другому я не вижу смысла здесь для вас вещать и снимать. Собственно говоря, если я буду делать все вкратце, вы, наверное, много чего не поймете, и лучше прямо это все видеть, весь этот процесс. Это только я сейчас, наверное, допетрила за 3 года ведения своего канала. В зеркало смотрю на себя и не такая красная, как я смотрюсь на себя в камере. Так, судя по секундной линейке таймера видео, уже 30 секунд прошло, собственно говоря. Кожа почистила, сейчас это все смою. Все. Так, вытираю руки. У меня
бумажные полотенца всегда просто вылетают. Ох, как же круто, ребят. Все, моя кожа дышит. Мне кажется, она прям это... Не слышите, как она дышит? Мне кажется, даже вам слышно на камеру, как у меня дышит кожа. Потому что я ее прям круто-круто очистила. Итак, маска, которую я вам сегодня буду показывать, это вот эта масочка от бренда Шоконат. Как будет видно, вот так вот бренд Шоконат. Данная маска — это у нас жидкие альгинаты с морскими пептидами. Маска для комбинированной кожи, проблемной кожи лица с активированным углем и спирулиной. Данная маска у нас отшелушивает, глубоко очищает, увлажняет, обладает противоотечными, противовоспалительными свойствами. Ее нужно нанести на лицо, оставить на 20 минут, потом нанести спрей-пластификатор для альгинатов и оставить еще на 3 минуты высохнуть, затем, а потом снова нанести спрей и снять пленку. Ну что, я прям блещу, да, видите, как я все очистила. Давайте будем пробовать. Первый раз буду пробовать. Данная маска выглядит у нас вот таким образом. Она такая прям имеет травянистый аромат. Так, у меня тут где-то были лопаточки. Нашла. У меня есть такая вот лопаточка. Сейчас мы будем с вами. Но она такая, знаете, вот у меня такое ощущение, что я повидло. Трогаю повидло. Но вот видите, такая вот вся. Вот такого количества, я надеюсь, мне хватит на лицо. Да-да-да-да. Ну что, будем пробовать, да? Как она все будет выглядеть? Она скрабирует. Там есть какие-то частички. Интересно, она так и должна пощипывать чуть-чуть. Главное, чтобы аллергия не вызвала, да? Или ее не надо было на такую сильно очищенную кожу наносить? А-а-а! Щиплет. Щиплет. Так. Ребята, она щиплет. Прям хорошо так щиплет. Как с ней 20 минут высидеть? Ребята, она мне сейчас дико щиплет, но тут нигде у производителя не написано, должна она щипать или нет. Сейчас подожду 20 минут, потом к вам вернусь и посмотрим, как она будет у меня, вызовет аллергию или нет. Но сколько смогу посидеть, я с ней посижу, а потом, конечно же, буду решать сама, насколько меня хватит. Но ощущения такие очень своеобразные, так что пойду посмотрю. Ждем, в общем, 20 минут и потом... Через 20 минут, в общем, ребята, я к вам вернусь. Даже, наверное, ну да, написано оставить на 20 минут. Так что, надеюсь, все будет хорошо. Так, ну что, прошло уже, наверное, минут 15 точно. Маска уже местами прям хорошо подстыла. Могу сказать, вот это вот то, что у меня было пощипывание жжения, оно прошло буквально через 30 секунд где-то после того, как я... пошла ждать определенное время. Вот здесь у меня еще влажно, сейчас чуть-чуть еще нужно подождать пару минут и буду пшикать вот этим средством. Это спрей пластификатор для альгинатных масок, собственно говоря, он идет с гидролатом Доника. Хотела вам сказать, пока у меня подсыхает данная маска, то что эта маска, она содержит диетамид, альгинаты водорослей, водный экстракт морских пептидов, кальцопарин, активированный уголь, спирулина, масло чайного дерева, водный экстракт мачи-мачехи, зверобоя, хиноцея, череды, лантаин и композиция цитрат серебра. Ароматическая композиция и цитрат серебра. Я предполагаю, что мне, собственно говоря, сейчас вот этот вот яркий пожжение, такой освежающий эффект вызвал именно
экстракт чайного масла чайного дерева. Оно так очень сильно освежает. Ну что, хватит болтать. Я сейчас еще чуть-чуть подожду, а потом, собственно говоря, повшикаюсь. И еще подождем 3 минуты, и я ее буду снимать. Вот. Ну что, вот, собственно, я. Она никак не хочет у меня подсыхать. Но я уже все выждала 20 минут. И сейчас буду вот этим вот спрейчиком пшикать на лицо, как и нам, собственно говоря, рекомендует производитель. Сейчас как-то надо сделать так, чтобы мне это все на глаза не попало. Я надеюсь, что сейчас как-то надо будет переноровиться. Ну да, еще и в рот, чтобы не попало. На самом деле, надеюсь, что ничего страшного, что мне попало на глаз. А что-нибудь тут написано? На коже лица, шеи, та-та-та-та. Представляете? А я ведь немножечко не так все сделала. Ну ничего страшного, первым блинковым. Надеюсь, то, что все будет благополучно и хорошо. Ждем сейчас 3 минуты и... как это все подсохнет, и попробуем это все снять. Надеюсь, что все получится. Тут нас нужно было, оказывается, наноситься жидкие альгинаты. А, нет, все правильно. Нет, все правильно делают. Тут их как раз говорится о вот этой вот маске. То, что вначале наносим вот эту маску, через 20 минут дает спрей, и через 3 минуты снимаем. Ждем еще 3 минуты, и потом будем снимать. Такое у меня получилось. Знакомство немножко непонятное, но ощущение уже как бы в принципе нормальное. Попало мне вот этот жидкий альгинат, точнее вот этот спрей-пластификатор, он попал мне на зону под глаза. Надеюсь, все будет нормально. Тут состав вода умягченная, кальций хлористый альгинат. Хлористый альгинат, слушайте. Надеюсь, что все будет хорошо. Гидролат доника, отвары клевера, ромашки, глицерин, цитрат серебра. Надеюсь, что все будет благополучно, ребята. Она уже потихонечку подсыхает. Сейчас она точно уже вся высохнет, и я приду ее снимать. Так что еще ждем 3 минуты. Все. Я вернулась, теперь давайте, она полностью вроде бы превратилась в пленку, давайте сейчас ее уже снимем, потому что мне дико интересно посмотреть, что же там внутри. В общей сложности на все про все у меня ушло 25 минут, и она быстро-быстро начинает подсыхать, прям, и я хочу ее снять. Но производитель говорит то, что она должна прям сняться пленкой. Эффект есть для первого раза. Все-таки где-то пленка получилась, а именно надо ее снять, я так понимаю, пленочкой. Ну, я надеюсь, что все-таки у меня сейчас получится ее снять пленкой. Не могу, ребят. Надо приноровиться будет, наверное, к ней. Ну вот так вот до первого раза прям сложно. Прям сложно смывается. Сейчас я, наверное, вообще, ребят, не могу подцепить так. Может, ее еще раз попшикать? Вроде бы. Так, давайте ее еще раз попшикаем. Может быть, сейчас она у меня получится ее снять? Так. Дим, я снимаю. Так, мои парни уже меня заждались. И, ребят, я ее не могу снять, серьезно. Что-то она у меня не цепляется. Что-то... О! Видели? Все-таки нет. Надо приноровиться. Первый блин, он всегда комом, но суть маски вы поняли, да? То есть она должна такая маска-пленка сняться. Опа. Опа.
снимается. Сейчас я ее сниму, и мы с вами посмотрим, что получится в итоге. Итак, ребят, все, я маску сняла, и снимала я ее, вот чуть-чуть осталось, смывала я ее с помощью намоченных рук, потому что я, видимо, нанесла то ли тонкий слой, то ли что, в общем, у меня не получилось ее вот так вот пластами снимать, но это дело практики. Я сейчас очень сильно боялась, как я вам в процессе, когда я наносила эту маску, я вам говорила то, что мне прям щиплет, жгет, и я так боялась, что у меня будет какая-то аллергическая реакция или еще что-то в этом духе. Но каково было у меня сейчас удивление? Да, у меня присутствует краснота, но вы сами все видите, да, то есть как бы вот мои постакнешки все вот эти вот у меня тут. Ну, это вот определенные сигналики о том, что, ну, опустим, что это такое, но все девочки все прекрасно понимают. Вот. В принципе, как такового ожога, как я думала, вдруг у меня будет ожог от маски, у меня его нет. Да и я еще раз могу подтвердить именно тот момент, то, что, скорее всего, у меня именно вот это вот ощущение... Именно ощущение того, что мне как-то вот там, вот, так скажем, было ощущение, что-то щипало и освежало, это именно из-за чайного экстракта, так скажем, что у нас тут, экстракт чайного дерева, да? Да, экстракт, масло чайного дерева, оно, собственно говоря, обладает этими средствами. После использования данной маски могу отметить то, что поры, они достаточно хорошо очищены, состояние кожи нормальное, ожогов никаких нет, аллергическая реакция, я тоже не чувствую, зуда никакого нет. Единственное, что мне сейчас нужно прям хорошо будет, наверное, увлажнить свою кожу, прям, да, очень-очень хорошо, потому что, когда я наносила эти альгинаты, очень хорошо стягивала кожу. Я думаю, данная маска, она как раз будет для девочек, очень классно для девочек, у кого расширенные поры. Она прям реально заметно их сужает. Даже вот на носике я вижу то, что у меня поры подсузились, так скажем. Мне, в принципе, по первым ощущениям, данная маска мне понравилась. Не забывайте, конечно же, то, что действует, кстати, промокод IrinkaKiss на покупке с интернет-магазина шоконад.ру. Это всегда здорово, когда можно получить какие-то презенты, подарки, либо скидки при заказе. Я всегда это приветствую. А если у меня есть такая возможность с вами поделиться промокодом на подарки, на какие-то скидки, я всегда с радостью с вами делюсь. Так что все, ребят, пошла увлажнять кожу, принимать душ и ложиться спать. Надеюсь, данное видео для вас было немножко интересным, немножко полезным, познакомило вас с новой маской. Если вы что-то подобное пробовали, либо уже знакомы с маркой Шоконад, тоже, конечно, дайте мне знать в комментариях, мне будет интересно узнать ваше мнение. Не забывайте, конечно, подписаться на мой канал, чтобы не пропустить свежие видео. И большое спасибо за ваши лайки, мне тоже очень это приятно. Не забывайте комментировать, потому что я должна хотя бы немножечко понимать, было вам интересно или нет. Я пошла доделывать все свои дела и, еще раз говорю, ложиться спать. Увидимся в скором будущем в новых видео. С вами была ваша Ирина. Большое спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.